Ледяная глыба в несколько раз больше этой смогла уронить Рязань на землю. Конечно же, речь идет о надписи, которая украшала площадь Почтовую. Очевидцы сообщают, что собственник здания решил очистить крышу от сосулек, благо и погода позволяла. Отломившийся кусок избил надпись «Рязань». Неизвестно, повреждены ли все 6 букв. К работам оперативно приступила дирекция по благоустройству города. Элементы сейчас сняты, будут отремонтированы, в ближайшее время будут восстановлены и повешены. Повреждения несерьезные, будут восстановлены своими силами. Остатки ледяных глыб убирают с тротуара городские службы. Когда слово «Рязань» вновь воссияет на площади, неизвестно. Из-за потепления местами по Рязани стали падать ледяные глыбы. Так одна приземлилась на лобовое стекло припаркованного автомобиля, что примечательно, стоял он на платной парковке. Сход наледи с крыши можно заметить практически в каждом районе. Службы города еще раз напоминают, что следует осторожнее передвигаться вдоль зданий. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».